Смотровые площадки острова Тенериф. Смотровая площадка Лос Асулехос находится рядом со смотровой площадкой Лос Асулехос 2. Новый ракурс на долину Уканка. Приближение сделаю. Еще не отцвели тахена остроха на склоне. Наверное, плохо видно, да? В эпизоде Лос Риалехос 2 у меня есть крупным планом скалы обрамляют как огромный амфитеатр. Вулкан Тейда с одной стороны, огромные красивые лавовые поля, и вот сама эта долина Уканка. Так. Кстати, здесь испытывали модель, экспериментальную модель лунохода. Где-то я видел фотографии. И вот здесь рядышком рекламный щит. Кто интересуется этой тематикой, так вот выглядела эта модель. Впереди смотровая площадка Лос Риалехос 2. Когда я парковался, других машин не было, сейчас он уже 6 машин. Для фотографии, кстати, хорошее место, где вот три, уже вот девочка поднимается, 4 человека на этом маленьком пике. Там красивый ракурс. Это для любителей фотографий. Сейчас я приближение сделаю и вулкан Тейда отсюда. Канатная дорога, верхняя станция фуникулера. Так, и уже отсюда виден отель Парадор. Сеть Парадор РЭС. Но с машинами как повезет, что бывает, тоже хотелось бы встать, но видно, сколько машин. На дороге же не будешь ждать, когда кто-то отъедет. Так что дело случая. Ну и совет самостоятельным туристам: кто рано встает, тому Бог дает. Если раньше выехать, то, конечно, шансов найти свободные места больше. Но это так, скажем, до 10 часов, после 10 уже все равно поток туристов, а к 12 он, наверное, самый максимум. Как раз утром люди просыпаются, позавтракали, выезжают. Так что уже с 12 до 2 это самое такое, до 4 даже. Кто-то едет с северной стороны острова, кто-то с южной.